В Алматы стремительными темпами идет обновление инженерных сетей. Только в этом году будет построено 170 километров водопровода. Большая часть работ ведется в присоединенных микрорайонах, так как именно там инженерная инфраструктура либо отсутствует, либо находится в частных руках. Таким образом, благодаря предпринимаемым мерам, до конца года доступ к качественной питьевой воде получат больше 20 тысяч домов. Айдана Нураш продолжит тему. Основная часть инженерных сетей Алматы была построена еще в советские годы. Сегодня износ водопроводных труб составляет порядка 60%. Только с начала года в городе произошло 984 аварии, значительная часть которых зафиксирована в Житесузском районе. Ну а в присоединенном относительно недавно микрорайоне Кемель вообще отсутствует канализация, а срок эксплуатации водопроводных сетей давно истек. Похоже, Мьярова, нижней части Саяхата у нас отсутствует, вообще не было никогда изначальной канализации. Они все сидели на септиках. У нас микрорайон Кемель присоединен. Там тоже вода есть, но вода вся сидит на частных скважинах. Центрального водоснабжения нету. Они сидят на частных скважинах, они напрямую качают воду. Без всякой очистки, без хлорирования напрямую подают воду. Жить по-старому нельзя, поэтому в районе начали комплексную работу по замене старых сетей, после завершения которых дома присоединят к центральному водоснабжению. Местные власти говорят, что таким образом жители не только получат доступ к качественной воде, но и платить за нее будут в разы меньше. На сегодня в районе уже построили 75 километров водопровода и 25 километров канализации. Жители таким новшествам, конечно же, рады. С какого года здесь трубы были? Наверное, 60-х каких-то годов старые. Естественно, менять надо на более современные, на более эффективные. Но мы довольны, соседи довольны, работы удовлетворены. Я могу сказать, на отлично. Мне нравится, как они в такую погоду работают. Жара, не сказать, что сильно плохая, если вот взять туда выше. У нас тут всегда была такая, более-менее. Все инициативы по развитию инженерных работ реализуются в рамках комплексного генерального плана. Только в прошлом году в городе построено порядка 160 километров сетей водопровода. Все эти работы ведутся параллельно и с учетом каждой разрабатываемой работы по согласованию друг с другом. К нему вместе с тем идет сразу разработка почти по всем административным районам города Алматы. Это проекты детальных планировок. Они идут уже к завершению, к логическому завершению. И в недалеком будущем, там, в следующем году или там, в 2023 году, то мы уже смело будем говорить о том, что эти окраины города обеспечены точно такими же благами, как и центр города. Протяженность водопроводных сетей в Алматы составляет больше 3500 километров. В этом году планируется строительство 140 километров канализационных сетей и 170 километров водопровода. Таким образом, до конца года к центральному водоснабжению планируется подключить больше 20 тысяч домов. Айдана Нураш, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.